Здравствуйте, уважаемые жители города Ульяновска! В начале февраля наш край посетил популярный актер театра и кино Александр Балуев со своим спектаклем. Мне удалось пообщаться с ним и посмотреть спектакль «Муж в рассрочку». Подробности смотрите в этом видео. Последнее время. Да. А тут еще начальница моя. Ну, все та же начальница какая. Которую я по телефону Алексея Степановича называю. Ну, а я и Оксану по телефону Алексея Степановича называю. Моя жена говорит, ты что, вообще заработаешь? В день по три раза с Алексеем Степановичем по телефону разговариваю. Мы соскучились. Почему ты нас не предупредил, что задерживаешься? Мы волновались. Да, Оксаночка? Андрюша! Ты был прав. У тебя просто замечательная жена. Оксана, что вы себе позволяете? Обе. Алюшка, о чем мы там сейчас вот на кухонке говорили? Ну, ты, во-первых, расхмурься. Расхмурься. Кто-кто, а я твое грозное выражение наизусть знаю. А во-вторых, какое тебе дело до того, о чем мы там сейчас говорили? Мне должно быть стыдно. Ну, потому... Я твоя жена. Андрюша? Угу. А ты что, меня обманывал? Ты с ней это? А мне говорил, что вы даже не разговариваете. А для этого не обязательно говорить. Со временем ты это поймешь. Тетя была права. А я думаю. Я же все-таки твоя жена. Что с ней? А ты что, ослеп? Она в обмороке. От чего? От того, что ты ей изменял. С кем? Со мной. Она сейчас действительно в обмороке. Ты думаешь? Я тебя предупреждал, что тебя так больше никто никогда любить не будет. Как? До обморока. Ты знаешь, она не слышит? Абсолютно не слышит. А чего же я так кричу? Не знаю. Надо что-то делать. Оксана! Оксаночка! Оксаночка! Подожди. Оксаночка! Да что ты делаешь? Ну постыдился бы при живой тишине. Чего? Я искусственное дыхание делаю. Чего? Каждого молодого человека, сейчас не только молодого человека, девушек служить в армии. Зачем? Ну, вообще-то защищать отечество. Защищать отечество и выполнить свой гражданский долг. Наверное, за этим. Ведь поступок и национальность – это разные вещи. Поступок может совершать китаец, африканец, индус, американец, русский. Героический поступок. Он будет героем, патриотом. Независимо от той национальности, которой он принадлежит. В данном случае просто я русский актер и играл русского астронавта. Там были американские артисты, которые играли американских астронавтов. Главное не национальность, а то суть, то действие, которое они совершают. Они что-нибудь делают, конечно, это патриотический поступок и русских, и американцев. И поменялось, и, видимо, та история, которую достала, которую мы приложили мне, напрочь не было батальных всяких сцен, не было этой войны, которая была показана мне у озера. Ну, очень много картин было с Михаилом Александровичем. А был тронут немножечко человек. Человек, которого мы не очень знаем, и я в том числе не очень знал без войны. Человек, созданный как бы командовать армией. После небольшого интервью Александр Балуев с радостью поздравил мужчин города Ульяновска с наступающим 23 февраля. Мужественными, добрыми, отзывчивыми.
ульяновцев и оставил у всех зрителей только хорошие впечатления. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро.